США собираются ввести пошлины на вино, шотландский виски, сыр и другие импортируемые европейские товары на сумму в 7,5 миллиардов долларов. Это стало возможным после того, как Всемирная торговая организация признала незаконным субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus, чем нанесла ущерб американской авиакосмической промышленности. Брюссель грозит ответными мерами. Европа всегда будет защищать свободную и справедливую торговлю, основанную на равных условиях и взаимодействии. Мы не наивны, мы полны решимости вести бизнес. Если кто-то облагает пошлинами наш авиационный сектор, мы сделаем то же самое. Десятипроцентные пошлины будут введены на самолеты европейского концерна Airbus, 20-процентные на продукты и другие товары. Новые тарифы начнут действовать уже 18 октября. Большинство из них затронут товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании.